Добрый день, мои друзья! Вы на канале Александр Винокуров. И сегодня моя ученица, которой я занимаюсь онлайн, очень хорошо разобрала новую мелодию. Я ей сказал, что в награду я ей покажу Италию и Гардезе. Ее зовут Варя. И мы идем сейчас, направляемся вот к озеру. Погода очень хорошая, плюс 35 градусов, хотя еще у нас ветер, вечер. И вот мы идем, и сейчас я вам буду показывать по пути. Тут машин нет, переходим дорогу на зебре. Все по правилам. И такая парковка небольшая, бесплатная. И вот видите, да, сейчас такие кораблики, да, они выстроились в такой ряд. Вот так они, да? Вот так они идут. И мы сейчас будем, это горы у нас, это гостиница, в которой я живу, и мы идем сейчас ближе к морю, чтобы показать, какая сейчас прекрасная вода, какого она прекрасного цвета, да? Вот сейчас мы проходим, и смотрите, как здорово, тишина, покой, и только волны, и только кораблики. Все уже отдыхающие сегодня откупались. Вот мы смотрим на эти яхты, которые стоят. Пойдем поближе. Горы, прекрасный свежий воздух. Вдалеке у нас горы, такой в дымке. Вот тут сейчас посмотрим. Вот такой плантон, на него нужно доплыть, да, очень глубоко, камни, нужно покупать такие тапочки, потому что без тапочек нам очень сложно, потому что там не песок, а вот камни, вот такие, такая лестница, нужно с ней сойти, да, вот песок тут такой, как такие камешки, вот нужно сойти с этой лестницы, и там будут камни. Поэтому нужно купить такие тапочки, чтобы можно было доплыть. Тут нету дна, нужно доплыть вот до этого такого понтона, и ну и можно отдохнуть. И вот такие вот яхты стоят. Видите, как они стоят, отдыхают от нас, отдыхают они. Чуть поближе подойдем. Вот я подошел. Куда на не упасть. Вот такие яхты. Вот так. Вот смотрим теперь на горы. Вот. Ну, гостиница. Вот это Гардезе. На очень много километров она идет. На много километров. И вот где-то там вдалеке мы видим крыши нашей гостиницы. И вот такое прекрасное место. Очень хороший климат. Да, солнышко. Вот это Италия. Вот это Гардезе. И я передаю, как и я обещал, привет моей ученице Вареньке из Германии. Вот, передаю привет моей ученице Вареньке, которая у меня занимается на блокфлейте, делает успехи. Надеюсь, она хорошо выучит мелодию, сыграет ее и в школе. Это очень хорошо, потому что у меня есть другие ученики, которые тоже посмотрят и, я надеюсь, тоже захотят сыграть у себя в школе на концерте, что повысит сразу их авторитет и будет всем здорово. Учителя увидят, какие способности есть у моих учеников и поставят им лучшую оценку. У меня очень много таких примеров, когда ставят даже больше балл на другие предметы. Поэтому обучение на блокфлейте – это очень важно, да? Вы тренируете моторику, тренируете память. Мы играем по нотам, мы учим наизусть мелодии. Сейчас мы посмотрим, нет ли у нас машин. Все, переходим дорогу. Вот. И видите, как красиво там солнце, да? Светит на солнце. Какая-то одинокая стоит лодочка. И сейчас посмотрим, какие красивые деревья у нас. Вот такие пальмы, да? Вот Варя не была еще в Италии.
Вот такая пальма, да, у нее есть. Вот такая пальма растет. Вот они. Такая пальма. Вот такое дерево. Красивые такие кустики. Вот. Я сейчас ей покажу еще такого небольшого. Вот видите, как красиво, все очень красиво сделано, убрано красиво. И вот для Вани сейчас я покажу вот такого динозавра. Он, конечно, искусственный. Из него, да, наверное, вода. Но я эту воду никогда не видел. Как она идет, я уже тут второй раз. Но вода, наверное, все-таки может быть. Это как такой кранчик. И вот такие цветы. Такие красивые цветы. Они уже распустились. Вот, такие красивые цветы. И, к сожалению, видео не передает запах этих цветов. Очень приятно они пахнут. Вот в таком прекрасном месте. Вот такие горшки. Да? В прекрасном месте я и живу, и передвигаюсь. Ну, я думаю, что я покажу еще потом ряд интересных мест, где я буду жить. И для Вари в том числе. Итак, Варечка, тебе привет из Италии, из Гардезея.